полупустой на самом деле. Удивлена то, что в Японии едут не только русские, не только японцы. Я увидела, по-моему, девушку из Турции, два парня тоже из Турции. Потом видела, вот еще видела, французы, по-моему, летят тоже. Так что вот так вот. Но японцев, конечно, большинство. Нет, я улетаю не в теплые края, улетаю я в Японию. Потом ляжем, а что? Если не будешь, то кто-нибудь это сделает раньше нас. Но мы тут в конце сидим нормально. Катя хочет лечь уже. В Японии сейчас где-то плюс 10. Спасибо большое всем. Кто-то уже надувает свои подушечки. Катюшка разговаривает по телефону. Ну все, мы уже в самолетике. Да, это как бы не настолько дополнено. Вот, я надеюсь, что даже удастся упаковать. Ну просто получается, что лететь будем 9:40 где-то или 9:30. Ну, в общем, прилетаем мы в 6 часов утра по Москве, а в Японии будет 11:40. То есть, в принципе, целый день свободен. И спать уже будет совершенно некогда, поэтому мы должны выспаться в самолете. Так, японским языком владеешь? Нет, я совсем чуть-чуть знаю, там только начинали учить. По прилету продолжу обучение японскому языку. И пока плохо. Помаду смазывать? Видите? Травмировать ребенка. Она хочет меня травмировать. Она хочет меня ударить. А лететь 9:20? 9:28 лететь, да? 9:40. 9:28. На 10 дней. Мы летим на 10 дней. А, нет, подожди, сколько мы летим? Да. А мне казалось, 9:28 было написано. Нет, мы просто едем посмотреть страну. Просто посмотреть страну, и это была спонтанная поездка. Так, спонтанный выбор поездки именно туда, потому что с кем я лечу? Таран! Катюшка-стесняшка. В общем, с Катей я лечу. Она мне постоянно говорит, чтобы я ее не снимала. Да. Ну, хочешь, чтобы все думали, что я лечу одна? Вот. Ой, спасибо большое всем. Вообще, я на самом деле очень рада. А еще мы купили какие-то эти штучки, я сейчас вам покажу. Сейчас я вас куда-нибудь поставлю. Нет, не поставлю, наверное. Нет, не с мамой, это не мама моя. Это Катюшка. Мы с вами включим японский. Сейчас, подождите. На лестницу. Подождите, я найду конфетки. Купили, чтобы когда закладывала уши, нам не закладывала. Вот такие вот конфетки, они без сахара. Стоят 4 евро. Это очень дорого, по-моему. Так, страх перед полетом испытываешь, как ты борешься с этим? Я не борюсь с этим, я не боюсь летать. Я спокойно к этому отношусь, и я считаю, что если человек суждено умереть, то он умрет. Поэтому нахожусь в самолете Москва-Токио. Если вы успеете, мы будем ее дать. Смотрите. Вы видите это? В общем, вот. Я сейчас покажу. Вот самолетики. Нет, у меня одна жизнь, я ее очень дорожу, но, к сожалению, мы предполагаем, Господь располагает. Ты киса.
Нет. Я рысь. Я жена рыси. А еще в Аэрофлоте выдают, оказывается, подушечки. Я хотела ее забрать, но она... Катя сказала, что не надо. Пока объявили, куда мы едем. И все. На этом закончилось наше понимание. Спасибо. И что-то... Оно... Кстати, на самом деле 10 минут осталось до вылета, и чтобы вы понимали... В общем, Катя одна сидит. И мы будем одни. Мы будем спать. Это вообще потрясающе, просто чудо, чудо чудесное. Что ты знаешь о Японии? Практически ничего не знаю, но, ну, как я читала, я больше читала о народе, о менталитете людей, потому что мы все-таки едем туда и лететь со своим уставом в чужой монастырь, так сказать. Да. Не улыбнулся японец. Ладно, шучу. Точнее, не шучу, это правда. Спасибо большое. Яркого отдыха в мои ногти. Спасибо. А, лететь 9.28 или 9.40, мы еще пока не поняли. Никто не хочет лететь в Японию. Почему? Я очень хочу лететь в Японию. Я вот вообще... Ну, как... А, по поводу самолета, ну просто это ежедневные рейсы. Поэтому смысл, ну, как бы, мало кто летит. Вообще зимой мало кто перелет куда-то совершает, особенно в такие страны, где не тепло. Вот, но тут самолет большой, и первые два отсека, они заняты. А пустой самолет, да, так сколько, на 10 дней мы летим. Владимир, привет. А еще нам нужно найти зарядку другую, зарядное устройство, потому что там вольтаж другой, у нас 220, а там 110. В Японии сейчас где-то плюс 10. Вот. Что ты нашла? Там есть это? Сколько у нас билеты вышли? 20-ка, по-моему, да? Я тебе сейчас спуска тебе дала, и даже на всякий случай сохранила, потому что там Аэрофлот. На двоих 56-854. На двоих у нас получилось 56 чем-то. 57 тысяч. На 26 тысяч. Ничего себе, я думал 20. Значит, 26 тысяч туда-обратно. Ну, в общем, больше. 28. 28 на двоих. Ой, 28 туда-обратно, на одного человека. Все, Катюш, ты там будешь спать? Да мне кажется, все отсюда сюда перемелькнут, нет? Чтобы этого не произошло. Ну, даже не знаю. А как ты хочешь поднять просто их всех и лечь? Так можно? Первый раз? Нет, когда в Новой Зеландии летели, так же делали. Мы просто покупали билеты за полгода. Мы еще в августе, по-моему, купили. Здравствуйте. Нет, 28 тысяч это просто билеты, проживание отдельно. Проживание сколько у нас вышло? Двадцатка? Двадцатка на 10 дней – это апартаменты, без питания, без всего. Но мы, на самом деле, брали все бюджетно. Да, то есть это все бюджетно, потому что мы не хотели тратить большие деньги, потому что это довольно не такая спонтанная поездка, что ли. Ну, как не спонтанно, ну, просто мы, на самом деле, сидели на японском, что-то решили, что «О, давай». Хорошо, обязательно буду показывать сторис, смотрите, отвечайте. Вот, я надеюсь, что по прилету я сразу куплю симку, чтобы быть постоянно на связи. Надо смазать помаду.
на самом деле. Что? Что? Будьте здоровы. Ну ладно, в общем, всем пока-пока. Полетим мы, значит, в Японию. Чего? Кто идет? Автобус. Блин. Да нет, она же сказала, полупустой. Это что, полупустой? Ну, то есть, если люди садятся, то это уже все. Ты же не скажешь там. Спасибо большое. Катюш, хорошего нам отдыха вообще-то желаю. Спасибо. Дамы и господа. Наш мы сейчас будет... Давайте вот мы сейчас послушаем японского. Аэрофлот российские авиалинии. Участника международного альянса SkyTeam. Обращаем ваше внимание, что по правилам безопасности полета ручная кладь должна быть размещена на багажной полке или под сиденьем. Отрывание от земли не будет, нельзя же. Осторожно открывая багажную полку. Говорят, хотим увидеть отрывание от земли. Проходы должны быть свободны. Нельзя же, включают все. Бортпроводники окажут вам необходимую помощь в размещении. Благодарим за внимание. Ну ты что ты стоишь, то есть у человека здесь места куплены. 9:30 лететь. Ну да, 9:28. The cabin crew will provide any necessary assistance. Thank you. ご搭乗の皆様、本日はスカイチームメンバーアエロフロートロシア航空の便にご搭乗誠にありがとうございます。安全運航のため、お手荷物は前のお座席の下にご収納ください。 軽いお手荷物の上、地上の棚にご収納ください。 Нет, конечно, не пила. あ、お疲れ。棚から中の荷物が落ちて怪我をする場合がございますので、棚を開けるときは注意ください。Все, всем давайте пока-пока. Мы уже до Японии.